Здравствуйте, это канал Максимадзе и моды на игру, когда стать соседом у нас сегодня, короче говоря. И первый мод, собственно говоря, супер хардкор. Опять хардкор, не люблю хардкоры, 100 раз уже говорил. Супер хардкор, короче говоря, кровавое обновление. Чувак, в следующий раз, пожалуйста, убедись, что не наляпал ошибок. Мод усложняется в 2 раза больше. Изменения колоссальные, теперь есть пасхалки, есть типа сюжет и еще подсказок нет. Новый сезон и Darkness, то есть, типа темнота. И новые спрайты, спойлер, нет новые спрайты. Блин, а можно писать так, чтобы я понимал, что тут написано? Второй и третий сезон стали изменены, день рождения есть баг, но это попозже. Теперь больше не будет показывать гнев соседа и уровень гнева. Теперь горячие клавиши не работают, up, down, left, right. Есть секретные уровни и так далее. Взлом это что? Этот режим для тех, кто хочет посмотреть все изменения в игре и геймплей, если не хочется играть, очень долго играть или не хочет играть геймплей. Блин, вроде бы крутой мод, я вижу, ты сделал, но ошибки наляпать, к сожалению, запросто можешь. И для номад. Читай описание, пройди первые 2 сезона. Описание скучно читать, но там есть пасхалки. Так, ну, собственно, я выбрал взлом. Там, короче, в архиве лежит обычный гейм с датой и этот... Взломанный гейм даты, который надо будет запихать в папку даты. Ну, то есть, как бы в папке игры, как бы как соседа, и в моде вот так же. В папке даты лежит файл games даты. Вот надо его заменить. Собственно говоря, как что это за файл? Я рассказывал в видео по тому, как правильно устанавливать мод на КД соседа. В общем, 3 кнопки, нету кнопок посмотреть авторов. И давайте смотреть, что у нас здесь. Собственно, взломанная версия, чтобы все уровни у меня были открыты, чтобы мне не пришлось мучиться играть вот в это все это проходить, а просто чтобы все посмотреть. Собственно, переливающийся у нас такой вот фон задний, сумасшедший режим, самый хардкорный режим, самый невозможный режим, есть еще экстремальный. Все мы их посмотрим, проходить мы чуть, конечно, не будем. Привет, Вуди, надеюсь, ты пришел после уже в себя после того, как тебя и твою подругу Шелли успели в такси, но таксист и Шелли не было. Их что-то забрал. Это, и подожди, а это может это нарочно ошибки? Но если такие были сделаны, но если нарочно, то зачем? Но их оказывается, о господи, я больше не могу это читать. Все, поехали. Ой, какие-то что-то звуки, по-моему, громкие сильно. Надо... Так, ну тут заблокировано. Спрятаться в шкафу можно. Времени совсем мало. Это я не знаю, что такое валяется. Двери забиты. Двери... Забитые двери, это прикольно. Надо потише сделать звуки. Что-то сильная жесть ты добавил немного. Так, делаем звуки потише. Что-то сильно громкие какие-то. Так, ну, с первым уровнем мы разобрались. 188%. Или это 0 так выглядит. Фиг знает. Твой выход из ада. Да, ну, короче, немного переработанное описание из обычного хардкора все это. Давайте посмотрим. Можем ли мы хотя бы уровень с вишневым пирогом пройти?
На самом деле никогда не любил хардкорные моды. Ну ладно, хардкорные, хоррорные я никогда не любил. Вот этот курсор даже вызывает большое отвращение. А куда тогда бумагу надо? Я, к сожалению, в хардкорах очень сильно не профессионал. Но можно зато прятаться в шкафу, чего нельзя было делать в первых двух уровнях в обычном хардкоре. Отсутствовало не делать продакшн. О, кстати, теневые эти есть эффекты. Свет и... Короче, все это прикольно автор сделал. Еще одна бумага. Ну а на что? Ну, я не знаю, на что рассчитывал автор вот это вот время, которое в настройках не выключается. Что будет, если мы... А, ну... Ой, все, я не хочу такие звуки слушать, но... Вот я поэтому и не люблю хардкора. Темный... А, подожди, почтовая кровь. А тут... Ну, тут названия уровней изменены, но... То, что ты находишь лазейки, не тебе не повезет. Потому что маньяк убил дверь на кухню. Ну да, есть такое, да, вижу. Да, слишком жутковатый какой-то мод. Ну ё-моё, он... А! Он по этой двери теперь не идёт. Только я не знаю, что я вот смогу сделать за одну минуту. В то время, как он еще делает пакости так долго. Ну, я не знаю, как это проходить. Так, темный ад, может быть, этот уровень хотя бы получится пройти. Это вишневый пирог, как он там назывался, вот его проходить-то получалось. Хотя я не знаю, что за 2 минуты у меня получится. И он тут бегает очень быстро. То есть он за секунды прям, за одну секунду может переместиться вообще в другой край комнаты. В смысле? А куда тогда? Вот печально, что звуки эти постоянно слушать надо. А, ну в этот раз не пришлось, слава богу. Но... У него синяя стена или это типа это темнота в комнате, наверное. А, ну не просто темнота, еще и с дождем. Можно спрятаться в мешках. У шкафа нету ручки. Забавно, конечно, выглядит. Тут кто-то сидит у него, короче. Давайте выйдем отсюда. Так, что у нас тут? Очень сильная кровь. Можно сказать, что маньяк настоящих псих и портальная дверь. Ну, блин. Хорошо, что я не решился это проходить. Мы бы в жизни бы это не прошли. И где я? В смысле? А почему я здесь оказался? Алло? Так, у соседа мысли, кстати, не показываются, не отображаются.
Что это? Что это сидит, блин, в кресле такое? Классно. А, я думал... Я думал, это баг какой-то. А, у него, короче, какая-то красная смесь в ванной, видимо. И что она краснеет. Ну, она, хотя какая красная? Там кровь. Чё я спрашиваю-то? Самый хардкорный режим. Тебе не кажется, что все белое? Туман? Ну давайте посмотрим, что это за туман, блин. Так, еще одна забитая дверь, одна закрытая дверь и... Ну да, туманчик есть. Неплохо так он проработан, я хочу сказать. Я даже не знаю, есть ли смысл вообще каждый уровень смотреть, потому что вот эти звуки слушать уже реально надоело. Что-то я не знаю, не хочется вообще все уровни смотреть, если честно. Давайте на третий сезон сразу пойдем, короче. Так, ну, короче, жесть какая-то здесь тоже творится. Смертельный номер. Экстремальный режим. Что за экстремальный режим? На, тут уже 5 минут дается. Но я чую, этого все равно будет мало, чтобы уровень пройти. Сломанный шкаф. А, что-то в нем взять можно, значит, пробку. Это он так разговаривал сейчас, что ли, или что это было? Так, черно-белая дверь заходить нельзя. Это что такое, я не знаю. Да, поймаю. И посмотрим, что это за ошибки вот это вот последние. Так, последние ошибки, что это такое? А, понятно. Чё-то этой анимации раньше не было. Она сдохла из-за... Фиг знает чего. Ну хорошо, посмотрели мод. Я не могу этот хардкор весь смотреть, потому что это реально не нравится мне такое. Но сделан мод реально классно, но поставим плюсик, наверное. Плюсик поставим, галочку и поставить, что-то рука не поднимается. Но так мод реально выглядит прикольно все, но не для слабонервных, очевидно, не для слабонервных. Давайте пойдем дальше. Надеюсь, следующий мод будет получше. Как достать соседа альфового создания? Сейчас проверим, что это у нас такое. Сделано Антоном Бельюком. Так, в общем, посмотрим, что из себя представляет этот мод. Сезон 1 альфа, сезон 3 пререлиз. Почему 3, а где второй? Ну ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь. У телеэкрана. Почему-то сразу с телеэкрана. Ох, ёшкин кот, что это за интерфейс такой странный? Так, ну понятно, здесь меню.
Что-то какие-то звуки, по-моему, громкие опять. Я не знаю почему. Какой маленький телевизор. Ничего себе, блин. Какой маленький домик, обалдеть. А, слушайте, я вспомнил. Вот такая гостиная, где она была вот такая вот маленькая, и дверь была вот здесь. Я видел на некоторых скриншотах, когда соседа обычный. То есть, видимо, это какая-то ранняя была версия, не выпущенная. И там, короче, гостиная выглядела так. Куда только пиво это я должен? Я так и не понял, куда мне пиво это надо положить. А зачем я в шкаф-то прячусь? А, в холодильник. Холодильничек, понятно. Ну, короче, в принципе, когда пытаются воссоздать сделать ремейк какой-то невыпущенной версии, какой-нибудь старой там ранее, это реально прикольно. А мусорка? Да фиг с ним. Пусть в туалет сначала пойдет, потом уже будем разбираться. Как можно на такой маленький телек смотреть? Тем более так близко. Что, по-моему, пузо находится выше, чем телевизор. А, надо было еще разрисовать портрет, блин. Ну ничего, а так, двойное кресло, к сожалению. Ну ничего, он еще раз пойдет в туалет и посмотрит уже на этот. Количество пакостей мы, правда, не видим. Из-за такого вот странного немного интерфейса. Отлично. Сосед не просто починил сломанное кресло, сделал кресло так, чтобы оно было снова нормальным, не двойным, не баганым. Так, сезон 3 пререлиз. Пререлиз, а не при. Большая стирка, собственно говоря. Посмотрим, что у нас здесь. А здесь я что-то изменений никаких не наблюдаю. По-моему, тут нету изменений никаких. Но, во всяком случае, что-то я очень сомневаюсь, что они здесь есть. Посмотрим, что там. Вот это вот что такое. Когда соседа флеш-версия, когда соседа сделан в уровень. Иногда нужно притормозить соседа с трюком, чтобы сделать другие трюки. Давайте посмотрим, что это такое. Ничего себе. Иногда нужно притормозить соседа с трюком, чтобы сделать другие трюки. Что это значит? Я что-то недопонял немного. Я
Ясно, ясно, ясно. У соседа не показываются ни мысли, ни этот... Ну да, мысли не показываются, так что мы не можем понять, куда он будет направляться, когда куда. Ой. А не берется. Из холодильника ничего. А, блин. Давайте еще раз. Надо собрать, наверное, эти вещи сначала, прежде чем делать пакость. Сейчас поднимемся сюда и соберем вещи вначале. Что он в компьютере такое разглядывает, что у него так это... Такие эмоции. Не, я так тоже не могу. Да блин, он будет мало времени, что-то совсем дается на это. Ну ладно, попробуем еще раз все-таки. Попробуем пораньше чуть зайти в комнату туда. Че у него за синяя лужа появляется, когда он пиво выпивает? О, успел. А это сюда, да? Отлично. Отлично, все сделано, значит. Все, значит, сделано. Нет, на улице. Хромакей ему пострадать может немного. А, он еще на это не посмотрит. А, или он сюда не пойдет. Нет, он не пойдет на унитаз. Так, спасибо за игру. В мой мод... мой первый мод пока до соседа. Опять ошибки, короче. На создание ушло около месяца. Скоро выйдет продолжение КДС-2 альфового создания. Окей. Ну ладно, неплохо. Вот люблю, когда пытаются сделать ремейк каких-то не вышедших или ранних версий. Поэтому я поставлю плюсик. Неплохо, очень неплохо. Одобряю. Посмотрим, что еще у нас по модам есть. Как достать соседа новой пакости, называется этот мод.
Удаляем сохраненные игры, на всякий случай нажму. И как там Евтушенко? Евтушенко поэт есть такой. Собственно говоря, я вижу только два уровня. Первые шаги. Бла-бла-бла-бла-бла. Описание точно такое же, как в оригинальной игре. Давайте смотреть. Тут смотреть абсолютно нечего, кроме того, что иконка соседа изменилась. Но самого соседа нету на этом уровне. Так что я не знаю, чему тут можно... Ну, короче, и в этом уровне ничего не изменено совершенно. А на втором отдых. Сегодня для соседа самый обычный день. Смотрит телевизор и курит табатку на кухне. Табатку. Да. Вуди помнит правила курения вредит здоровью и заходит в дом. Давайте посмотрим. Табакерочка, только надо очень четко навести, я смотрю на нее. Потому что надо чуть-чуть правее наводить. Разобранный шкаф. В этой аптечке ничего нет, и сосед решил ее закрыть. Какой смысл ее закрывать, интересно было, если в ней ничего нету. Если в ней нечего скрывать. Окей. Без анимации пиление будет, распиливание. Что-то он немного сдвинулся туда на секунду. Что это за картинка такая? Блин. Не, короче, шутить иногда вы умеете. Поздравляю, вы прошли мой мод, когда соседа новой пакости. Ждите новых версий. Это было неплохо, но слишком мало, поэтому я не могу ничего на этот мод поставить. Будут новые версии, будут, может быть, будет и оценка. Ну ладно. У нас еще, может, что-то из мода будет. Давайте посмотрим. Кристальный слайм против соседа. Название уже немного удручающее. Ну да, я так и думал. Еще и с матерными словами и... Почему статуэтка не исчезла? Первые шаги... А может и последний, кстати, действительно. Так, все негативным таким стало. И где наш персонаж? Его нету на этом уровне. Нету. Наш герой Вуди. А где Вуди-то? Нету его. Короче, этот уровень невозможен. Дальше больше, блин. А персонаж-то где? А, вот он. Короче, не все анимации нормально сделаны. CPU наложили здесь. А сосед как пойдет?
Что за фигня, господи? Как это возможно? Все, что ли? Ничего не надо больше делать? Так, поехали. А может и уехали, да. Так, а тут все стало каким-то пиксельным. И опять какой-то странный... Господи, фильтр. Че это было, блин, вообще? А пса-то здесь нету, он внизу. Не, вы прикалываетесь надо мной, что ли? Че это? Так, а че это значит? Запертый комод. А, ну для ходьбы на цыпочках даже анимации не стали делать. Короче, я понял. Говно какое-то. Вообще не проделанное. И чё я кроме минуса тут поставить могу? Не знаю даже, чё автор хотел... показать в этом моде. В нем толком нечего делать. Ладно, давайте на этом закончим. В декабре, я думаю, будет не два, а больше гораздо выпусков по модам на Кадоседа, потому что модов еще много, а надо к концу декабря снять все, которые прислали к этому моменту. Спасибо за просмотр, с вас подписывался, с меня эпичные видосы, подписывайтесь на мой стримерский канал, на влоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте, и всем пока.